שלום לכולם, שלום. יא מוש ביט קטוטה מוש קאמרת קריט שטו יא פסמת רוקו דאטה. פאבזמוז'נה. יש לי קטוטה מושת. אי דווייטה נצ'ינאים. פרוש לאורוק מינת שלי גברית היהודאיזמה. צער כוזר הברשה עץ הקברי. ispraševit jevo avera i on spraševit avera on spraševit a religija on spraševit a bog a polučajet atvet a narod eto udivitelna potomu što atvet ravin eto nitot atvet kotori ona zedal ona zedal atvet yaveru bog kotori tvaril mir который создал все, который и так далее, а он получает ответ, я верю в Бог, который, Бог Авраам, Ицхак, Яков, вышли в еврейский народ из Египта, и так далее, и так далее. То есть вопрос о Боге, ответ о народ. И на самом деле Раби Иуда Леви так и говорит, если ты хочешь понимать, что происходит, если ты хочешь знать, про иудаизма, посмотри на народ, на еврейского народа. И есть, я хотела сегодня начинать в Мидраш, который написано, это Мидраш, я забыла где, откуда Мидраш. Мидраш такой говорит, там в Мидраш есть вопрос. Вопрос начинается такой. Кто спрашивает, спросили Ильяу Анави, спросили пророк Ильяу, кто важнее, Тора или еврейского народа? И отвечает пророк Ильяу, все думают, что Тора важна, а я говорю, что еврейский народ первый. И в принципе это напоминает меня, здесь, когда я это читаю, Мидраш сразу я вспомнила, когда я читала прошлый урок, вот этого ответ Равин Цар Кузар. Что первое? Тора или еврейского народа? Все думают, что Тора, а я говорю, говорит пророк Ильяу, что еврейского народа. Я верю в Бог Авраам, Ицхак и Яков и еврейский народ, который вышли из Египта. То есть Тора дана народу. Не то, что была Тора и искали, кто будет ее соблюдать. Это не религия, которая подходит для все народы мира или для все мир. Это вместе Тора с еврейского народа. И в прошлый раз мы еще не читали, что это не понравилось цар Кузар. Он говорит, почему ты не начинал с точки начала? И он говорит, начало у меня это связь между нами и Всевышний. Начало это не точка начала, которой можно доказать реальность, но мы там, никто там не был. Доказано, а точка начала, а потом точка, каждый, который у нас имеет свою причину, и так идти назад или начинается далеко до к нам, а начинается все со связи. Связь со Всевышним. И он дал мне еще читали в прошлый раз пример. Пример про цар Индия, который то, что есть люди в Индии, хорошие, милосердные, если бы ведет правильно, это не значит, что есть царь. А если я получаю прямое письмо из этого царя Индии, который меня говорит, который меня объясняет,
которые дают меня советы, которые дают меня лекарства, которые дают меня оружие, тогда я знаю, что есть там народ. Когда я должен, у меня есть весь этого цара. То есть без этого прямой связь с царь Индия, который меня посылал, я ничего не знаю. Я не хочу начинать с то, что смотрю на мир, и, скорее всего, кто-то его творил, потому что не бывает что-то без причины. Потому что если мы начинаем смотреть на мир и пытаться понимать, откуда он пришел, это то, что делают ученые с очень много разных теорий. И это, что может человек делать, если он очень умный, он не может делать больше этого. Но мы, для нас это не так нужно, потому что у нас прямой связь. Мы знаем, потому что видели, потому что у нас это есть. Мы получили прямое письмо от Всевышнего, и мы слышали его голос. Это было дарование Тора, и это отличается. Тора, иудаизма от всех религий мира. Мусульмане и христиане – это обе религии, которые верят в один Бог. Отличается иудаизма в том, что весь еврейский народ стояли под гора Синай и слышали. И поэтому доказательство нам не нужно. Любое доказательство можно после этого какой-то вопрос. Правильно я поняла, неправильно я поняла. А если я видела, тогда меня доказать не надо. Это то же самое, как в суд. Сидит судья и должны судить там виновен. Приходит свидетель, приходит еще один свидетель. Они ищут доказательства, они ищут много разных доказательств. Милиция приносит доказательства. Но если судья сам был там, был там во время его во время, когда произошла вот этого преступника, там грешил, ему не надо никакой доказательства, он сам видел. И это, в принципе, то, что мы говорили в прошлый раз. Так Равин объясняет, почему он начинал с Бога Авраам, Ицхак и Яков и выход из Египта. Потому что это вещи известны, которые еврейского народа все знал и видел. Не надо доказать, что было дарование Тора. Мы видели. А теперь можно спросить. Это мой вопрос после прошлого урока. Раби Иудея Алеви говорит, мы же видели, нам доказать не надо. Я сама не видела, то есть не помню. Есть мидраш, который говорит, что все души еврейского народа были под гора Синай. Я это не помню. И, наверное, вы тоже не помните. Так что в чем, во-первых, в чем это доказательство, что мы видели. В принципе, это произошло 4000 с лишним лет назад. Достаточно давно. И я там не была и не видела. А тот мидраш, который говорит, что мы все были, я не помню. В чем это меня помогает? Почему? Зачем это нужно, если душа была или не была? Я еле помню, что была у меня в детстве. А то, что было до 4000 лет назад, я точно не могу знать. Раби Иуда Алеви считает, что если весь еврейский народ видел,
И он рассказывает своими детьми, дети это знают, как будто они видели. И обмануть большое количество людей надолго нельзя. И тот ребенок, который мама его говорит, я видела, это он тоже как тот, который видел. То есть вот эта вот цепочка беспрерывно, она как видела. Ну, в чем помощь то, что наша душа там была? Интересно, есть мидраш, который говорит, что когда ребенок в животе матери, чем он занимается? Ангел ему, это известный мидраш, наверное, вы тоже это слышали. Ангел ему учит Тора, 9 месяцев, там свеча стоит, и ангел учит Тора этого ребенка во время, в животе матери его. А перед родом он его вот это, не написано в мидраш, это я не знаю откуда источник, но тоже как-то известно, что перед родом он его вот здесь, видите, вот здесь ударил, и ребенок все забил. И рождается, он уже не помнит. В чем это мидраш? Про что он говорит? Какая польза от того, что ангел учил его весь Тора, если он потом забыл? На самом деле, мидраш говорит о том, что ребенок в животе матери, когда в потенциал ему Всевышний создал весь тело, весь организм, все в потенциал уже есть, все органы, и в том числе Тора тоже. В его душе уже Тора написана. Потенциал Тора уже есть в этого ребенка. Он рождается, у него внутри Тора есть, ему это учили. Он должен сейчас учить это только спорт. То есть получается, что весь еврейский народ был под гора Синай, значит, в нашей душе Тора есть. Мы ее получили. Нам доказать нельзя. Если мы это не знаем, копайте внутри души и найдете. Вот то чувство, что Тора это наш, что мы учили то, что нам подходит, это связь. Про это связь говорит Раби Иуда Леви. Весь еврейский народ получил это Тора. То есть хочешь знать о Боге, учи про еврейского народа. Потому что в еврейский народ это мы часть этого, надо копать в нашей душе и Тора найти. И на самом деле еще что-то хочу сказать. Смотреть в историю еврейского народа может учиться про вера, потому что история еврейского народа напротив закона истории. Не такого народа, который жил как еврейского народа. Народ обычно живет, рождается на свою землю. То есть что это народ? Это группа людей, которые жили в одна территория, имеют какой-то общего традиции, история. И так народ начинается образоваться. Наш народ родился в Египте. И это что-то странное. Но почему это так? Я думаю, это потому что у него будет потом очень необычная история. Он в основной его жизни, его жизни в последние 2000 лет, он не на свою землю. И все равно остался народ, неважно, где он был. Но то, что он живет везде и остается народ, это первое чудо. А то, что он собирался и стало
воскрешение мертвы народ, это не такого и невозможно даже представить. Сегодня нам это понятно, потому что мы в это живем. Но такого в законе истории не бывает. Были много великих народов с очень важной историей, но когда они их выгнали из их страны, они ассимилировали. Не держались, не остались. То есть вот эта связь, Тора, еврейский народ сохранил это двухсторонний связь. То же самое, как человек с Вишней двухсторонний связь. Это что искал царь Кузар, он искал связь, а связь с двух сторон. То же самое связь между народ и Тора. И поэтому, когда Раби Иуда Леви спросили его о вере, он начинает про народ. Потому что эта связь Тора охраняла еврейский народ, еврейский народ соблюдал Тору. И это, если мы хотим верить Всевышний, посмотрите на его народ. Кстати, я не помню точно, где мы остановили, по-моему, в 25-го часа. Давайте посмотрим. Так, Натан, можно текст? Да, мрахня. Так равин отвеча и... Да, сейчас увидим. Здесь мы остановили, или 25. Давайте мы откроем 25-го. Да. Здесь равин пытается объяснить, как начинался Авраам Авин, не Авраам Авин, а Моше Рабейну. Моше Рабейну начинался точно так же, как начинался Равин. Равин здесь, когда его спросили о религии, он начинает, я верю в Бога, Авраам, Ицхак и Яков. И так говорит Моше Рабейну, когда он обращается к Паро. Ты хочешь знать о иудаизме? Посмотри на еврейского народа. Кто-то хочет читать? Если нет, Натан, может быть, вы можете читать. Окей. Сказал Раби, как бы ты описал его, если бы тебя спросили? 23. Дальше. 24. Сказал Кузари, я описал бы то, что мне совершенно ясно, и прибавил то, что прежде было неясно. Ибо, я думаю, ибо теперь разъяснилось. Угу. Да, дальше. Сказал Раби, именно так я тебе ответил на твой вопрос. Так говорил Моисей с фараоном, он сказал фараону, Бог евреев послал меня к тебе, то есть Бог Авраама, Исхак и Якова, которым повсеместно было известно, что Дух Божий общался с ними, руководил ими, творил ради них чудеса. Моисей не сказал фараону, Бог неба и земли, он сказал, меня послал тот, кто створил меня и тебя. Точно так же Бог обратился к собравшемуся народу Израиля. Я ваш Бог, который вас вывел из земли египетской. Он не сказал, я творец всего мира и ваш творец. Итак, я с тобой говорю, когда ты спросил меня о моей вере. Я ответил тебе, как должен ответить и я, и весь еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, а затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которая равносильна опыту очевидцев. То есть, что он здесь говорит? Мы начинаем то, что нам ясно. Моше Рабейну приходит к Паро и говорит, вот Бог Авраам, Ицхак и Яков, потому что всем ясно, кто это Авраам, кто это Ицхак и кто это Яков. Потому что это близко к нему. Моше Рабейну, Бог начинается к еврейский народ,
Я Бог, который вывел вас из Египта, потому что это ясно. Они же вышли из Египта. Они же видели чудеса. Они же видели Бог на чудо на Красном море. То есть начиная то, что мы видели, нам ясно. А потом мы можем сказать еще вещи, которые далеко. То есть Моше Рабейну после, Всевышний после, что говорит, я Бог, который вывел вас из Египта. И начинает, извиняюсь, после, что он говорит, я Бог, который вывел вас из Египта, потом он может ему сказать много всего и дает Тора, и там написано, что Бог и творил мир. То есть после выше, которое ясно, потом он может говорить выше, которое до этого. Он говорит, когда вы спросили меня, я начинал что-то, которое все еврейский народ ясно. Почему? И здесь очень важный момент. Весь еврейский народ же видели в это Маамада Убирот Энеем, в это церемония дарования Тора, когда все видели, а потом, а затем, которые получили один к другой в традиции, это то же самое, как будто сами видели. То есть, если я спрошу кого-то, и он мне рассказывает то, что он сам видел, и он хорошо меня передал, я верю это, как будто я видела. Потому что напротив меня моя мама, которая говорит, я видела, как будто я видела. И так в этом традиции, которая нам ясна, как будто мы там были. Кстати, я это в скобках, это не наша тема, но я говорю мои дети, что мы сегодня еще можем, я в детстве могла много, они еще еле-еле, мы можем слышать о Холокосте от людей, которые там были, пережили. То есть, когда рядом со мной сидит женщина, и рассказывает то, что произошло во время Холокоста, и она там была, это свидетельство, прямая. Наши внуки это не смогут. Потому что уже это люди, которые были, не могут нам рассказать. То есть представляете люди после дарования Тора, когда родители им рассказывают, мы же видели. Это тоже как будто сами видели. И также идет прямой традиция, которая равносильного, как так он пишет, равносильная, очевидная. Я пытаюсь читать, я плохо читаю. То есть последнее, это как будто сами видели. И как мы можем быть уверены, что традиция, весь еврейский народ, это точно то, что было. Во-первых, никто не отрицает и не может отрицать. Почему не может отрицать? Потому что много народ видели одновременно. И во сколько все еврейские народы из все края мира имеют Тора в один экземпляр, без разницы ни одна буква, значит, это точно. Потому что не бывает книги, которые так долго, которые писали его руками, которые не имеют очень много разных версий. Почему Тора не имеет много разных версий? Даже что ее переписали ручной столько лет, и нету ни одна разница в буква. Откуда это так? Как это произошло? Что нет разного версия письменного Тора? Я думаю, что это потому что
Нельзя читать с книги, которая одна буква не хватает. То есть это так строго. Если открываем свиток Тора в синагогу, начинаем читать в субботу, и вдруг одна буква не хватает, эта книга не кошерна. И мы его в сторону и ищем другой книги. И потом надо его чинить. То есть таким образом не дали изменить ни буквы. То есть так строго. И получается, что эта передача, которую весь еврейский народ видели одновременно, передали в традиции, как будто мы сами видели. Какая проблема в этом ответе? Мы говорим здесь про еврейского народа. Он спрашивает о Боге и получает ответ от еврейского народа. Мидраш, который я начинала, с этого мидраш я начинала нашего урока, говорит Ильяу Анави, кто больше, Тора или еврейского народа, кто важнее, кто первый. И он говорит, первый это еврейского народа, мир думает, что Тора важнее, а я вам отвечаю, что еврейский народ больше. Проблема в этом, и это вопрос, который спрашивает царь Кузар, если так, то обязует только еврейского народа. И это на самом деле вопрос, который можно возникать, когда мы читаем кидуш субботний. Почему мы соблюдаем субботу? Мы соблюдаем субботу, потому что и первый ответ, который все будем... Можно убрать текст пока? Да. Что я увижу всех. Почему мы соблюдаем субботу? Почему? Я могу отвечать, простой ответ. Мы соблюдаем субботу, потому что Всевышний творил мир 6 дней творения, и на субботу отдыхал. Правильно? И это, что написано в 10 заповедей, четвертая заповедь в 10 заповедей, которые получили на горе Синай, захорет йома шаббат лекадшок, и шешет ямим, и так далее. Шешет ямим тавод ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, то есть помни день суббота, осветить его, шесть дней работы на седьмой отдыхат, потому что я творил мир шесть дней творения и на субботу отдыхал. То есть мы соблюдаем субботу, мы помним, извиняюсь, день суббота, потому что Всевышний творил мир шесть дней творения. И принципы, в шесть дней творения Всевышний творил мир. Шестой он творил человек, Адам, и так он творил все человеческое. Из этого выходит того, что лучше было бы, что весь народ мира помнили день суббота и соблюдали его, потому что Всевышний творил мир шесть дней творения. Но кидуш субботний, у нас еще одна причина, почему соблюдать субботу. Обращайте внимание, в субботний кидуш написано, что суббота, она зехер лемаасе берешит, память о творении мира, и еще это потому, что я вывел вас из Египта. То есть, когда я вам сказала, что в Торе написано, помни день суббота, потому что я творил мир в шесть дней творения, это написано в даровании Тора в книге Шмот. Но даровании Тора написано в Торе еще в книге Дворим.
И там написано, соблюдай, шамор, охраняй, соблюдай день суббота, потому что я вывел вас из Египта. Какой связь Египет и суббота? Мы знаем, что Всевышний творил, творил мир шесть дней, и в субботу отдыхал. И поэтому у нас суббота. А выход из Египта, можно сказать, поэтому праздник Песах. А почему написано «Шамор от йома шаббат лекадшо осветит» день суббота? Потому что я вывел вас из Египта. Почему вечерний кидуш тоже написано, что это память о выходе из Египта? Какая связь между субботой и выходом из Египта? Здесь Раби Иуда Леви дает нам ответ. Всевышний творил мир для все, весь мир. Но откуда мы это знаем и какой связь к нам? Он творил и может быть ушел. Он творил и может быть... Уже мир крутится по законам природы, и какой связь к ним? Почему нам надо соблюдать столько заповедей? Это все точка начала, это выход из Египта, когда Всевышний связится с нами. Он пришел, дал нам чудеса, делит нам чудеса, освободил нас, избрал нас, дал нам Тора. И рассказал нам о творении мира. И потом проводил нас до земли Израиль и продолжает проводить нас до времени Машиаха. Он ходит с нами. Он ходит с нами и сегодня, как народ, как частные люди. Первая встреча с ним была выход из Египта. И эта встреча продолжается, и мы были под горой Синай, и сегодня нам надо копать в нашей душе и найти это место в душе, которое было под горой Синай, которое слышит Всевышний сегодня, даже что имеет пророчество. Во время, когда мы молимся, этого связь есть. Бог нас провожает, и поэтому мы должны соблюдать суббота. Не потому, что Всевышний творил мир 5700 с лишним лет назад, а потому, что он здесь. Как еврейский народ это видел при выходе из Египта, как так мы видим это сегодня. В 48 году еврейский народ это видел. В 67 году видел вообще открытыми глазами, как Бог с нами. И сегодня мы это видим, в нашей войне сегодняшней, в нашей жизни мы видим, как Всевышний провожает нас в тяжелые моменты, в хорошие моменты и дальше в путь, который идет вверх. Это нам так важно. Поэтому мы соблюдаем субботу. Поэтому у нас есть... Поэтому мы верим в Всевышний. То есть Раби Иуда Леви говорит, я начинаю с тот момент, который у меня есть связь. Где начинается связь? Как он начинался? Откуда он начинался, когда Всевышний начинался обратиться к нам? Он обратился к нам, начинался при выходе из Египта, он обращается к нам в любой шаг до сегодняшнего дня. И тогда я могу знать, это тот Бог, который творил мир. Тот, который связится с нами, он тот, который творил мир. И поэтому только еврейский народ обязан соблюдать субботу. Потому что он обратился к нам на чистый иврит, на наш язык, история еврейского народа. Он наш Бог. Он не обратился со всеми вместе, со всей народ человеческая. Он наблюдает нам, потому что это наша миссия.
Да, он видит каждый человек, и каждый человек в мире может молиться Всевышний. Это надо смотреть и читать очень хорошо молитва царя Соломона, когда он построил храм. Храм, который имел центр молитвы для всех народов мира. И любой человек может молиться Богу и получить ответ. Но все-таки Тора дана еврейского народа. Она дана еврейский народ, потому что точка начала это выход из Египта, а потом дарование Тора была для еврейского народа. Это говорит, это вопрос, который не нравится, конечно, царь Кузар. Он же сказал, меня мусульмане не подходит, потому что там на арабский. Если Бог хочет говорить со мной, пускай говорит на мой язык, со мной, не через посредники. Это напоминает нам еврейского народа, когда Моше Рабейну приходит к еврейскому народу и говорит, что Бог, который вывел нас из Египта, хочет давать нам Тора, еврейский народ отвечает, это все прекрасно, но мы хотим сами слышать. Рецонейну лראות את מלכנו. Мы хотим видеть наш царь. Если Бог хочет давать нам Тора, мы хотим слышать это сами. Мы не верим других посредники. Еврейский народ было тяжело убедить. Но Всевышний это понравилось. Он говорит, хорошо, хотите, пожалуйста. И весь еврейский народ стоит под гора Синай и слышит. Как Всевышний говорит, первый и второй, ну, есть разные мнения, если он слышит 10 заповедей или только первые два. Но после этого еврейский народ так испугался и не смог говорить все мы верим. Теперь, пожалуйста, через Моше. Потому что страшно. Потому что мы не можем. Но Тора говорит нам, для еврейского народа на наш язык. И это вопрос, который спрашивает царь Кузар. Можно еще раз текст? 26 и 27. Да, Наталья? 26 сказал Кузарь, если это так, то ваша Тора дана только вам и никого более не обязывает. 27 сказал Раби, да, но каждый, кто искренне к ним присоединяется, участвует в нашем наследии, однако в смысле веры он не может быть нам подобен. Если бы Тора дана была нам потому, что Бог сотворил нас, она одинаково обязывала бы как белых, так и черных, ибо он сотворил всех. Но мы обязаны следовать Торе, потому что Бог вывел нас из Египта и связал свое имя с нами, избрав нас из всех народов. Да. То есть, если мы соблюдаем Тора, потому что он нас вывел из Египта, тогда это только еврейский народ. Если ответ был, расскажи о вашей религии, и он говорил, не верим в Бог, который творил мир, тогда обязаны все люди, потому что Всевышний творил мир, он творил все творения. Черные, белые, все народы мира. То же самое, как у христиан и ислам. Они верят в Бога, который творил мир, и поэтому их идеология, что все получили, что все соблюдали это, что все приняли на себя ислам или христианство. Еврейский народ не такой. Он обязует только еврейский народ, который вышел из Египта. Они, как здесь начинается, да, но каждый, который
искренне к нам присоединяется, это тот, который принимает гиюр. Есть такая возможность. Можно искренне участвовать, то есть принимать гиюр и стать евреем. Есть такая возможность, но нет такой цели. То есть нет никакой цели, что все народы, народы мира присоединялись. И здесь Раби Иуда Леви еще считает, что он может стать евреем, но не совсем, не подобен, не ровный. Раби Иуда Леви считает, что это еврейское качество, это избранность еврейского народа, это способно быть пророком. Это еврейского качества. И считает Раби Иуда Леви, что тот, который получил гиюр, он еврей, как всех, кроме вот этой способности быть пророком. Не все согласны с ним. Из великих решений не все согласны. Но это мнение Раби Иуда Леви. Но не так важно. Самое важное здесь, что есть возможность соединяться к еврейскому народу. И вообще, мудрецы нам говорят, что все еврейские души были под горой Синай, включая этого душа грим, те, которые потом будут принимать гиюр, они тоже там были. И поэтому у них вот этого начала, вот этого мечта, вот душа их ищет, и они потом находят, потому что то, что стояли под горой Синай, у них они тоже могут это копать и слышать и получить. То есть еврейского народа обязан в Тора, потому что Всевышний вывел нас из Египта. Еврейский народ это обязует, и не потому, что Всевышний, он творец мира. Если причина была то, что Всевышний творец мира, тогда обязаны были все люди в мире. И это нету. Только еврейский народ, и он здесь заканчивается. Своё имя с нами, избрав нас из всех народов. Я почитаю последнее предложение, я почитаю на иврите, потому что, потому что тяжело это было приводить. Он говорит так, «Ах התורה מפני שהוציאנו ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו נקראים הסגולה מבני אדם. Почему мы должны соблюдать Тора? Из-за того, что он вывел нас из Египта, הוציאנו ממצרים, התחברות כבודו אלינו, здесь приводили, связал свой имя с нами, интересно, כבודו, перевод здесь имя его, свой имя. Кавод это почет, кавод это честь. То есть он находится с нами, связался с нами, набрав нас и избрав нас из всех народов. На иврит. מפני שאנחנו נקראים הסגולה, потому что мы называемся סגולה מבני אדם. Что такое סגולה? Здесь перевод избранный. Сгула избранный. Сегодня сагол на иврите, на разговор на иврит, это фиолетовый. Что это сгула? Здесь перевод избранный. И я хочу это чуть-чуть объяснить. Что это избранность еврейского народа? Когда
Всевышний обращается к еврейскому народу в даровании Тора до того, что 10 заповедей. Он говорит Моше, скажи еврейскому народу, я сейчас приду через облака, чтобы давать вам Тора, и вы будете ממלכת כהנים וגוי קדוש, царство священники и святой народ, и будете סגולה מכל העמים. Будете опять сгула, которую здесь приводили избранные, מכל העמים, из всех народов. Обычно, когда я хочу что-то выбирать, что это значит выбирать? Выбирать для какой-то функции. Я дам пример. Есть ваза фруктов, и я хочу выбрать какой-то фрукт для сегодняшнего десерта. Я смотрю на это ваза фрукты. У меня есть цель делать десерт. Смотрю на фрукты и выбираю, какой фрукт подходит. Я выбираю апельсин для того, что резать фруктовый салат, потому что он меня подходит на этот десерт. Может быть, он и лучше другой фрукт там, а он другой. Я выбираю его, потому что он подходит на этого функция. Избранность еврейского народа из всех народов можно, могли бы понимать, Всевышний хочет дарить Тора в мир для народ, который будет ее соблюдать, народ, который будет выполнить эту функцию, быть царство священники, который учит всех народ, а один Бог, который пример для всех народ, и показать пример, что есть Бог в нашем мире, который через этот народ будет благословение на весь мир. И поэтому он смотрит на все народы мир и выбирает, избирает еврейского народа. Ну, это не так. Это не тот выбор. А Всевышний для того, чтобы выполнили этого функция, он выбрал еврейский народ из всех народов мира. Он создал его такой избранный для этого функция. Он обращается к Аврааму в Лех Леха и говорит, а тебя я делаю народ. Это народ, который у него в ДНК уже вот эта способность. В генетике мы получили. Когда рождается еврейский мальчик, он избран в том, что Всевышний его создал такой, с этого душа, которая подходит к этого миссию, к этого цель. Это хочет нам Раби Иуда Алеви объяснить и доказать, и это мы будем учиться. Вот этого сгула, это качество, которая есть в еврейского душа, створение этого еврейского душа. То есть Всевышний творил народ. Когда он избрал нас из всех народов мира, это значит творил нас такого, который подходит. В ДНК у нас это качество, это способность. Еврейская способность – это тот способность быть пророк. Способность слышать Всевышний. Пророчество – это самый на максимальный уровень связь человека с Богом. Двухсторонний связь. Конечно, пророчество Моше – оно самый уровень, который такая не была, что когда хотел, он связался. Там еще разного качества, характер его пророчества. Но вот эта способность быть пророком, это избранность еврейского народа. И это, что называется сгула.
Ну, то есть на иврите это написано «Правда», что книги Кузари, которые я читаю на иврите, и мы вместе читаем на русский, она перевод. Раби Иуда Леви писали ее на арабский. Интересно было бы, если мы знали, если я знала арабский, посмотреть в источник, что это же... как он называл сгула. Здесь у меня в моё есть текст, и есть текст объяснения этот текст. В текст написано «Мы называем сгула мибне адам», а объяснение «Мибне шану круим пхирей яйношут». Бхирей – это или избранный, или самый лучший. Тоже мы говорим бхир, самый какие-то высокие. Но это избрав нас из всех народов. Но все равно еще много надо объяснить. Но то, что избранный – это создание с какой-то функцией, то есть это не значит мы хуже или лучше. Хочу сказать, если человек у него в ДНК есть, он получил по генетике какую-то способность. Например, у него способность быть музыкант, великий музыкант. Это не значит, что он Моцарт. Это не значит, что он хороший музыкант. У него есть этот талант. Он будет хороший музыкант, только если он будет развивать это. Он должен заниматься музыкой, он должен трудиться, работать с утра до ночи для того, чтобы быть Моцартом. То есть то, что у еврейского народа есть эта способность, эта избранность, эта роль, это больше ответственность, чем какой-то он... Это не то, что он лучше, а он должен это заниматься очень трудно, что реализовать. Если мы смотрим вокруг нас, евреи, очень много разных. Есть хорошие, есть плохие, есть очень хорошие, есть очень плохие. То есть то, что мы избранный народ, это еще не значит, что каждый из нас хороший. То же самое, если рождается ребенок с большой способностью музыканта, это не значит, что он большой музыкант. И еще более того, если этот мальчик не будет заниматься музыкой, это очень жалко, потому что способность была, а он это не развивал. Жалко. Дали ему такие данные, а он с ним ничего не сделали. Представляете? То есть он может быть даже хуже. Но у нас время закончилось. И мы остановимся здесь в 28-й час. И надо дальше еще много объяснить. Царь Кузар это недостаточно было. Недоволен он был. Он же не еврей. Ему говорит еврейская способность. Ему это не нравится. Продолжаем в следующий раз. Спасибо. 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 Спасибо всем. До свидания. Спасибо, Ива. До свидания. Спасибо. Спасибо.